Так, друзья, приехал на очередной объект. Это два дома, две застройки на переулке Песчаном. Один дом, вот этот левый, площадью 110 квадратных метров. Правый дом площадью 130 квадратных метров. Участки здесь большие, более 7 соток. И дома будут сдаваться с газовым отоплением. Оба дома под декоративной штукатуркой типа караэт. Давайте войдем во двор и посмотрим, что там у нас внутри. В дом 110-очку заходить не будем, там, потому что сейчас идут уже отделочные работы, и не стоит делать сквозняк. Вот этот дом уже почти готов, то есть скоро будем ставить двери, лестницы, уже завершающая стадия строительства. А второй дом зайдем, посмотрим, может быть, какие-то косячки поищем. Если что-то найдем, конечно же, исправим. Давайте посмотрим для начала участок, чтобы не быть голословным о том, что тут большой участок. Предлагаю его лицезреть. Конечно, посередине между домами будет еще забор идти из сетки рябицы, но пока его еще нет. В любом случае, участки громадные. Так, давайте. А, ну и насчет мусора. Мусор, конечно, мы тоже убираем после окончания строительных работ. Огород, как видите, уже прошли, вспахали. Всегда так делаем. Так, и вот в этот дом можно будет зайти. Сейчас мы его вот с этой стороны еще посмотрим. Въезд. То есть здесь ширина проезда, ну, метров 6 как минимум. То есть любая машина пройдет. Как видите, вот следы от грузовой машины остались. И она до дома даже не задевает. То есть очень широкий проезд. С той стороны тоже такой же. Вот они, два дома с этой стороны. Ну, сейчас мы эту 130-очку посмотрим. Хотя бы на первом этаже. Не всегда, потому что на второй этаж пробраться есть возможность без риска. С этой стороны уже даже дверь поставили. Так, давайте посмотрим на разводку, как мы ее делаем. Этот дом, как я уже сказал, будет с газовым отоплением сдаваться. Поэтому сразу сделали разводку под двухконтурный газовый котел. Это отопление или электричество для него. Они же электрозависимые сейчас все. Здесь, значит, будет у нас разводка под теплый пол. Естественно, он тоже в доме есть. Силовой кабель. Давайте, вот если интересно, я его покажу, какой есть, из чего. Вот такой вот здоровенный. Видно, не видно. Большой по сечению. И вся другая разводка тоже уже в нужные места выведена. Так, это у нас, значит, кухня-гостиная будущее. Так, как у нас отопление? Смотрите, все пропенено аккуратненько. То есть никаких мостиков холода не остается. Здесь вот тоже все, тоже, естественно, пропенено. Надеюсь, оцените это видео. Многие спрашивают. Потому что есть компании, которые в Гастогаевской строят без утеплителя. То есть вот этот блок у нас толщиной 24 сантиметра. И после него, вот видите, там базальтовая плита 5 сантиметров. Многие уверяют, что достаточно блоков 30 сантиметров и можно обойтись без плиты. Ну, как бы готов поспорить. Монолитные перекрытия межэтажные. Ригель железобетонный. Здесь у нас сейсмоопасная зона, до 9 баллов наука рассчитана, поэтому сейсмостолбы есть. Вот один из них. И ригеля. Вот, кстати, это базальтовая плита. Обратите внимание, какая она. И на нее идет потом штукатурка через сеточку. И вот из-за этого такой звук и получается. Она же воздушная, то есть когда стучишь,
получается звук как по барабану. Это очень ремонтно пригодная технология. Дело в том, что если даже, ну, ей самой по себе ничего не будет, но если вдруг вы ее ушибете, допустим, лопатой ударите черенком, ничего страшного, можно будет опять заштукатурить, и как ничего и не было. Так, вот такая вот технология штукатурки. Окна то же самое, видите, все пропенено, все аккуратненько. Так, давайте смотреть дальше. Может быть, какие-то косяки мы все-таки найдем с вами сегодня. Так, в этой комнатке вон, где-то что-то там дырочка была, пропенили все аккуратненько. Там он тоже, вижу, самые минимальные дырочки тоже пропенены. Как видите, ответственный подход достаточно устроительный. Так, дальше смотрим. Это уже под телевидение сделали. Из каждой комнаты выход. И все это потом в пучок собирается в том месте, где антенна должна висеть. Так, вот на второй этаж я что-то подниматься не хочу. Потому что что-то страшновато мне туда сегодня лезть по этой лестнице. Тем более с аппаратурой. Уж простите меня в другой раз. А то найдут меня только завтра утром, если что. Так, ну давайте пойдем отсюда. Еще раз посмотрим дом снаружи. Еще раз напоминаю, это адрес переулок Песчаный. Два дома строятся, 130 квадратных метров и 110 квадратных метров. Оба под короедом, под штукатуркой, и оба с газовым отоплением. Этот дом уже практически готов, то есть буквально, если ускориться, менее чем через месяц можно заселяться. Кстати, если уже прям готовы ехать, можно это время пожить у нас в гостинице. Этот дом, ну, тоже месяца 2,5, и можно уже смотреть в нем первые сны. Поехали на другой объект. Хватит про этот объект уже рассказывать. Выходим отсюда. Время не ждет. Хочу сегодня еще успеть съездить на улицу Северную.